Доброй ночи всем, точнее у меня ночь. Я уже играю 14 часов. Офигеть, 14 часов играю уже. Эльфы указывают всем путь. Пока я докачался до 45 уровня. Тут скачками. Пушку делаю, 3 левелапы. Пушки нету, терплю. Пушка есть, 3-4 левелапа. И вот так нон-стопом идет. Поэтому сейчас у меня момент, когда нету пушки, и я типа докачался. Поэтому я терплю. Терплю. Без критов вообще фигово все. Интересно, сколько народу еще сейчас качается. Соответственно, тело вала. Кому нужна помощь? Слова для того и нужны, чтобы говорить. Да неужели? Коробку с этим до 40-го левела лучше не буду открывать. Знаю я, что там будет такое. Так, ну я 45-й, здесь мобы будут 44-е. Но не так уж это и круто на самом деле. Потому что... У меня критов не будет. Просто не будет критов. То есть у меня есть неплохие шмотки на самом деле. 3 шмотки. 4 шмотки хорошие. Но все равно этого недостаточно. А, точно, мне же нужно еще квесты взять. Удели мне минутку. В чем дело? Внимание! Сейчас вот такая вещь, что даже не опыт нужен, да, а как раз именно дроп. И я буду пытаться вот на этих нафармить. Сейчас 50 кусков там. Давайте, вот дайте мне 50 кусков. Я хочу увидеть эту цифру, которую просто нереально долго придет нафармить. Мне кажется, проще в данж пойти и выбить голдовую пушку, нежели чем. О, я вас понял. Я понял, что это ж. Это жизнь. Убиваю я долго очень. Сколько мне кусков упало? Правильно, ни одного. Хм, 11 тысяч критом, нормально. Проперся. Кстати, надо посмотреть у этого. Может быть, у брокера есть... Ну да, от брокера. Кто-нибудь продает пушку на 40? 44-ю голдовую.
Нифига. Не дроп, ну вот. Так, ладно, идем дальше. Ну, хотя бы один, вот эти жесткие, очень жесткие монстры. 45-го левела тоже. Может и нет там на самом деле этой 45-й пушки. Нам нужно выбивать данжи и точить. Не знаю. Ну-ка давайте мы слетаем, посмотрим, может на брокера кто-нибудь продает. Действительно. Я вот не помню на самом деле, как это было все. К счастью для тебя, мы работаем вместе. Так, оружие, диск, поиск. 27-й, 27-й, 22-й. А, нет ничего, да? Никто выше 37-го не... А, вот 44-го. Это я. Так, доспехи... Мантия... Наручим. Так, ладно. Я не буду мозги компенсировать себе. И просто вернусь туда и буду проходить данжи дальше. Пусть это будет немножко нудно, но я просто выпью нормальную пушку. Левел апну заодно. Левел апается там неплохо. Здесь, потому что это просто издевательство над собой, по-моему. С такой скоростью убивать мобов. В предыдущую локацию можно пойти, было бы, наверное, но я не знаю. На, так, я не туда пришел. Так, мне нужно вот гора. Уж шанс получить шмоточки, нежели
фигней вообще страдать. Больше я такой ошибки не совершу. Буду здесь качаться до 46-го, 7-го, 8-го левела. И пытаться выбить какой-нибудь синий диск или голдовый. Если голдовый диск, то это вообще шикарно будет. Я, конечно, смотрел, там кто-то говорит там, типа в обзорах или еще что-то своих, что после 45-го вы можете качаться там на каких-нибудь мобах, которые 50-го уровня, но я не знаю, вот это мобы 43-го уровня, да, и я им как сношу мало. Там 50-е это вообще забей. Это не кач, это просто реально издевательство над собой. То есть, как бы то, что с моба падает там 80-90 тысяч опыт, ну там 70-90, и ты их убиваешь за пару минут одного, то это вообще не показатель опыта. Главное это как-то. Главное не дамаг, это главное ДПС. Да, это же самое здесь. И я тогда зря ушел рано, надо было до 38-го качаться смело. Ну, что поделать. Блин, эти мобы же сагрят, точно. Точнее, сагрились. Сагрились, гады. Ой, нормально. Не, ну конечно, там голдовую пушку иметь, 44-ю, вообще шикарно, точить, которую еще можно точить за 200 голды, и, по-моему, это очень божеская цена, учитывая, если у всех VIP, и, ну, не мне же одному везет на голду, на эти шарики. Ух.
Колечко еще одно. Синее. Синее колечко. Отлично, я без этой сказал, да? Так. Мы сразу его запихнем. Хочу выбить диск. Да, я понял, что то прохождение, пусть оно по мобам посложнее, но по опыту, конечно, побольше. И, соответственно, два таких цельных дропа идет. Хотя не знаю, насчет двух цельных дропов. Может быть, хорошие диски падают только с одного из боссов. Я думаю, с нескольких. Не, ну если 1000 получу, пушку на 1000, это будет очень круто. 1000 атаки. Но мечты. Выбить пушку не судьба мне, скорее всего. Что это они делают в той комнате-то? Интересно. А ты что тут вообще забыл? Еще позже не мог прийти, чтобы уже там я босса добивал. Это такой, опаньки, пацанчики, я тут-то. Как же долго. Как босса фармишь каждого моба здесь. И это даже еще не групповой данж. В групповом там, наверное, как босса в данже фармишь каждого моба. Что уж говорить про самого босса. О, 34к. Начало хорошее. Посмотрим, может еще кританье.
Не дадут мне манку поредить. Голда. О, вот это да. Еще сережечка синяя, шикарно. Я смогу во всю голду нарядиться, по идее. Эх, не точится. Ну, мы ее сразу удаляем, чтобы не мешалось. Шикарно. Так, диск тот же самый. Сережечка круче. Ну, перчи боты, как всегда. Здесь они синенькие. В принципе, я хочу попробовать другие. Так, это против боссов. Пробуем. Против боссов раз. Против боссов два. Против боссов три. Против боссов четыре. Все против боссов. Так, сейф. То же самое. На третью сделаем сначала, да. И теперь на вторую то же самое. Только здесь против обычных монстров. И сейф. Шикарно. Все шикарно. Можно заходить и снова пойти в данжик. Да. Что-то мне подозрение, да, что мне нужно будет долго здесь сидеть и фармить, и вообще все вот этим заниматься. Ну чё. Две голды есть уже. Жалко, что они не тачибельные. Что у нас вообще дает это? Получаем урон, если у вас такой спереди. Получаем урон от приспешников, ХП при поражении цели умением. Ну нормально, восстанавливать ХП буду все время чуть-чуть. Так. Да ладно.
Нужен костер поставить, пригениться, это совсем что-то беда. С бодростью 74. Могущество жестокости, так, силу увеличивает, увеличивает ваше равновесие и ваш максимальный запас хп. Ну, неплохо, максимальный запас хп, это круто. ПВП не разрешено. Вот такие дела. Да, если кач, наверное, там бы лучше был, но мне все равно пришлось бы фармить шмот, поэтому здесь неплохо я прохожу. Так, ладно, прошу, пошли дальше. В принципе, я трачу не так много времени, как думал, на то, чтобы пройти. Если бы не была хорошая пушка, они бы все помирали, все втроем. Играю уже 3 часа после последнего ребута. Очередной раз рукавица, клинки и всякая фигня еще. Когда же у меня уже будет нормальная пушка? Пушка зеленая, ой, синяя. Хочу синюю хотя бы диск. Не хочу зеленый точить. У меня есть зеленый, у которого больше атаки, все круто, урон по боссам, урон атака спины, урон приспешником. Вроде хорошая пушка. Но нет, не хочу ее.
Я хочу синюю или голдовую. Давайте идите. Ну что ты там? Он еще вызывает, что ли, что? Откуда эти появились? Минут уже прошло. Зачем я так сделал? Отлично. Попался. Мне нравится телепортироваться в тот момент, когда он начинает погружаться под землю.
Колда. Колда. И фигня. Ладно. Надо сделать перерыв. Есть и паузу сделать. Ну, в общем, в следующий раз уже продолжу данж проходить. Или, может, пройду без видео парочку. И потом снова начну записывать. Не уходите далеко. Как это говорится обычно.